создателям вопрос. Почему вопрос из Санкт-Петербурга, кинотеатр «Мираж Атлантик»? Почему, ну это, видимо, они о Джуниоре вспомнили, почему вы исключили научную составляющую из фильма и сделали беременность необычным явлением, необычным чудом? А, потому что, когда люди пытаются объяснить, что это действительно возможно, поверьте, что там с помощью какого-то там ДНК мужчина действительно может родить, это немножко нечестно по отношению к зрителю, потому что все мы понимаем, что это невозможно. Поэтому мы изначально решили сделать чудо, чтобы, потому что чудеса ты можешь верить в случайность. И поэтому, ну вот как бы случилось чудо, а теперь давайте посмотрим кино. Вот мы пошли таким путем, потому что именно в том же Джуниоре, когда тебе полфильма пытаются объяснить, что якобы мы умные, а ты нет, мы сейчас тебе покажем, что это возможно, ты начинаешь засыпать во время этого фильма. Ну вот поэтому такая логика. Да и люди любят чудеса, отсюда их стоит. Спасибо, теперь вопрос задал, да, пожалуйста. Наоборот, Дима предлагал сыграть. Нет, вот, просто... Это вот так даже звучит.